Сейчас Илья, конечно, ответит. Это не вопрос. Это наоборот, это наше. Да. Он сейчас обсуждает то, что вы сказали. Я просто напоминаю о том, что в сферу моих интересов входит формирование инициативного референдума. Пожалуйста, если кто-то хочет, потому что мы скоро уезжаем, заполните, пожалуйста, на карточке и пришлите их сюда за этим. Ну, я просто кратко хочу сказать, я согласен с тем, что в данной системе выборов выбор в результате жребия — это был бы шаг вперед. Я с этим согласен абсолютно. Вот. И я рад, что в Великом Новгороде появляется новая демократическая концепция. Но там должен тогда не только поп с кадилом, но еще и мула, и, наверное, раввин. Да пусть все будут. Я думаю, что поп — это уже детали, да, то есть вот я думаю, что не детали в данном случае будет, что прекращение полномочий депутата должно осуществляться путем раз в год запуска русской рулетки, да, то есть вот. И тогда будет эта концепция, мне кажется, закончена, да, то есть абсолютно в анархистском стиле, да, вот. Значит, а если говорить серьезно, то мне странно, что вы как анархист говорите про собственность, которая, как известно, не поощряет, и все основатели анархистского движения про это неоднократно говорили, а вот ваша обеспокоенность раздачей нынешних властям островов и прочих территорий я разделяю на 100%, то есть к вопросу о девушке и иностранном капитале, да, то есть вот и кто является чьим агентом. По-моему, то есть нынешняя власть уже доказала, что она является и китайским агентом, и норвежским агентом. То есть вот, мало что, что она является агентом НАТО, уже доказано даже документально на примере господина Баскетова. Но тем не менее, предложение интересное, мы их прочтем, да, то есть вот и вы участвуете активно. Не дайте все остальные недели, потому что нас ограничено, да. Значит, вы просто участвуете в дискуссии, которая будет в ходе этих выборов. У нас месяц лишним на дискуссию, да, так что. Было очень интересно, да. Меня зовут Антон Никиш. Вопрос у меня такой. Наверное, многие присутствующие знают, что я не люблю слово «блогер», терпеть его не могу. В чем-то меня здесь называют «блогер». Ну, в общем. Вопрос вот какой. В Новгороде, в Новгородской области, при выборах губернатора, с этим можно согласиться, с этим можно не соглашаться, но достойных кандидатов от оппозиции действительно выращено не было, на мой взгляд. И действительно, людей, которые бы смогли своей харизмой, своей значимостью, своей влиятельностью, своим опытом управления, это очень важно, наверное, хозяйственным опытом, противостоять кандидату от партии власти и ныне действующему кандидату, к сожалению, подчеркиваю слово «к сожалению», не было, на мой взгляд. И в этом ключе выборы в Великом Новгороде, в Новгородской области, они, наверное, являются срезом выборов в России, потому что единого кандидата от оппозиции мы так и не увидели, внятного и толкового, значит, толковых предложений, какой-то программы озвучено не было. Каждый из оппозиционеров тянет одеяло на себя. С одной стороны, это нормально, сколько людей, столько мнений. С другой стороны, на мой взгляд, оппозиция, не желающая подвинуться в своих амбициях и договориться о едином кандидате, об этом 100 раз было сказано уже не мной, я только это повторяю, наверное, это правильно, то, что было сказано, она проигрывает. Реально проигрывает достаточно спаянной, монолитной и уверенной, и знающей, чего она хочет, партии власти. Потому что партия власти знает, чего она хочет. Давайте говорить честно. Что хочет оппозиция, наверное, каждый говорит за себя. На ваш взгляд, способна ли нынешняя оппозиция родить, да, я подчеркиваю это слово, родить, воспитать, выявить в своих рядах единого кандидата, за которым бы мог пойти народ, да, любой электорат, да, мы можем сколько угодно долго говорить о том, что бабушки глупые голосуют за Путина и ничего не понимают, но тем не менее они тоже при существующем положении граждане России имеют право голосовать. Так вот, на ваш взгляд, имеет ли шанс у нас, увидим ли мы единого кандидата, достойного единого кандидата, или оппозиция также будет тянуть одеяло на себя, как в Великом Новгороде, в Новгородской области, так и в целом поставить. Вот это мой вопрос. Спасибо за вопрос, но очень тяжелый, да. Понимаете, есть оппозиция, да. То есть КПРФ, Справедливая Россия, оппозиция, да, и там условная Навальный, Донцов,
Немцов вторая тоже оппозиция. Но совершенно разная история. Одна оппозиция, которая имеет массового избирателя, другая, которая не имеет вовсе. И вот та оппозиция, которая условно говорит там про Пусси Райт и попроще такие я вещи, нам, не, я просто, вот, она, на мой взгляд, никогда этого массового избирателя и не получит. Потому что это означает, что люди вообще не понимают того, значит, чем живет страна, и это люди, которые ориентируют совершенно на другую целевую группу. Одно дело это завоевать симпатии вот тех, кого там Сурков назвал креативным классом, то есть вот рассерженными горожанами там, и так далее. Это как бы одна история. Их мало, то есть это уже значимое количество населения, но и это даже не избиратель, потому что значительная часть представителей этой прослойки не ходит голосовать. И даже если возникнет человек, который будет пользоваться симпатией на 50%, то это очень высокий рейтинг, да, то есть, значит, в этом слое это будет означать там 3-4, ну 5 пунктов электорального рейтинга, да, то есть, в общем, абсолютно незначимая величина с точки зрения страны. И вот это вот там, скажем, болотное говорилочное движение, оно постоянно стоит в раскоряку, пытаясь понять. Мы, собственно, за что? Мы каким образом хотим прекратить власть? Если не хотим ли? Извини, нет, я добавлю один момент. Смотрите, вот мы говорили про справедливую Россию в Новгородской области. 3 голоса у человека было недобрано, у Афанасьева. 3 голоса, там, или 4. 6. Да. Хорошо, 6. Да. Вы считаете, да, это нормально? И человек, не добрав 6 голосов, он их внес позднее. Сознательно, может, не сознательно нарушил процедуру, значит, и не был допущен к выборам. Это борьба за право? Я не знаю, может быть, вы считаете, что это борьба за право? Как раз я считаю, что не дали добрать необходимое количество. Нет, почему он добрал? Он их не донес. Ну, вовремя. Да, есть же причина, я понимаю. Ну, да. Ну, просто, ну, что не надо же делать, там, очевидно, глупость, да? Значит, есть какая-то причина, да? Вот, это как бы судорожная попытка дотянуться, да? То есть, вот, как в последнем рывке, да? Ну, вот. Не сработало, да? Значит, нет, я думаю, что если в случае системной оппозиции еще у вас могут быть сомнения, что она не хочет проходить власть, а в случае не системной, там, белорелочная оппозиция, но их сомнений не может быть, потому что, ну, а зачем тогда все эти там тюрьмы, ОМОНы, там, дубинки, как бы, и так далее. Но, если люди там что-то не понимают, да, то есть, может, они не понимают, как, может, у них нет стратегии, если вы так скажете, я буду говорить, вы правы, да? Но то, что желание и там, все необходимые действия для этого совершаются с точки зрения тех людей, которые делают, это тоже правда. На данный момент при этом мы еще и не структурированы. Да? Там действительно сейчас это сборище одиночек, каждый из которых естественным образом тянет одеяло на себя. Но это тоже это необходимый этап. Такое так долго вообще никто не верил, что вот эта вот волна поднимется. И тут вот она поднялась, и действительно, конечно, просто вот отдельные личности, да, то есть пошел какой-то сейчас процесс организационного оформления, вот этот вот координационный совет и так далее, это попытка как-то оформиться. И вот эта попытка уже, на самом деле, развела вот эти вот крылья, так скажем, которые ориентированы на электоральный результат, массовую поддержку, и которые ориентированы на активистскую поддержку. Потому что эти выборы, они же выборы среди активистов, а не выбор среди массового населения. Да? И вот мы видим, например, там Яблоко как раз, да, или там Делвыбор, там они говорят, хотя они вроде как не парламентские партии, да, то есть, но все равно они партии, они говорят, мы там ориентированы на выборы, мы не хотим поэтому тратить время в координационном совете, мы не хотим там оперировать там словами там Путина в отставку, потому что это не помогает нам с электоральной точки зрения. Да? Мы не хотим делом поддерживать Пусси Райт, потому что это отталкивает от нас избирателей и так далее. Да? А есть активисты, которые говорят, нет, мы делаем то, что вот в нашей среде по понятиям считается хорошо. Да? Поэтому мы будем там драться за там, девочек, то есть мы будем там делать, то есть другие высокоморальные вещи, которые морально объяснимы, но которые электорально деструктивны. При всем при этом. Потому что народ не хочет большого количества из тех действий, которые совершает болотная оппозиция. Да? То есть он их боится, он их отталкивает. Да? Вот этот вот выбор, он на самом деле до сих пор не сделан. И я надеюсь, что мы этот выбор сделаем, вот в том числе этими выборами.
Ваш вопрос, завтра ваш. Журналист, я корреспондент информационного агентства «Эхо», Ольга Алтыстаевич, Кемеровская Амбаровская область. По поводу кандидатов в президенты России, губернатора Алексея Владимировича Афанасьева, ну, вице-президент областной думы, это депутат будущей на областной начальник, то есть неплохой заработок платы. И, честно говоря, у меня, например, не будет удивления, как человек, журналист, если после выбора 14 октября он дает кресло вице-губернатора. Ну, во всяком случае, такие предпосылки у нас есть. Поэтому, что касается тяги к победе, это вот не такая моя реплика со стороны, если я воспринимаю то, что нет. А что касается выборов непосредственно Новгорода, прозвучала фраза, изначально, в общем-то, Новгород сказал, что без интриги нет, да, и гражданин обязательно станет не будет. А тогда вопрос такой. А вот то, что интриги не получили, да, наша оппозиция не смогла объединиться, либо федеральная, так скажем, оппозиция, большая, да, вот, не смогла сюда их подделать лидера какого-нибудь политического тяжеловеса. Вот вы считаете, это нормальный был такой шаг, это была ошибка, может, политическая? Жалеете ли вы, что, скажем так, проиграла, да, эти выборы на городской думе? Второй вопрос убежал. В следующем году у нас выборы мэра, выборы городской думы. Выборы такого уровня, новая вот эта российская оппозиция, не настолько интересна, на ваш взгляд. Или интересно все то, что движет в Москве, Финск и так далее. Ну, по вопросу об экспорте, мы на эту тему думали. Я знаю несколько человек, которые на эту тему думали серьезно. И они не пошли ровно потому, что считали, что будет вот такая вот история с подписями муниципальными, смотрели внимательно законодательство, то есть мы вот поняли, что это вещь, которая, скорее всего, не увенчается успехом вот в этой ситуации, идти и позориться, да, то есть это неправильно, потому что я считаю, что ну, вы задаете сейчас вопрос, вот там Афанасьев подобрал 6 подписей, и получается, что то, что он в принципе собирал, работал против него. То есть если бы он вообще не пытался бы идти, а с самого начала бы занял позицию, это чума на вашего дома. То есть, да, вы тут это проводите неправильные выборы, да, это игра в одни ворота. Получается, он бы наиграл бы себе рейтинг, а так, получается, он его проиграл, да, и он его уменьшил. Значит, вот, как вы понимаете, ответ на вопрос про экспорт. А что касается про выборы другого уровня, выборы, там, городской совет или выборы городского главы, безусловно, интересно. Конечно, они никто экспортированный участвовать не будет, но активно в них участвовать, я считаю, необходимо. И мы собираемся возродить проект, который в свое время был общероссийским, который действовал здесь в Новгороде, сам приезжал, к нему читал лекции, это в рамках «Открытой России» была такая школа публичной политики. Вот. Мы хотим возродить такой проект, учить как раз людей, которые хотят куда-то избираться на конкретные позиции, лучших из них просто помогать конкретно избирать, там, сводить с партиями, привлекать им ресурс, то есть вот, конкретно добиваться того, чтобы они прошли. Мы, наверное, не потянем в силу величины региона и очень ограниченности здесь количества спонсоров, да, открытие отдельной ветки значит, в Великом Новгороде, хотя вот всем громко говорю, если вдруг кто-то найдет людей, которые были бы в этом финансово заинтересованы, были бы готовы хотя бы софинансировать открытие подобной школы в Великом Новгороде, да, то есть было бы очень здорово.